Наконец-то новая операция с новыми скинами. Я ее очень долго ждал. Ребят, всем привет, меня зовут Алекс. И в сегодняшнем ролике я вам расскажу про будущее обновление в CSGO. А именно про новую операцию. И что будет добавлено с этой операцией. Так что будет очень интересно. И обязательно смотри ролик до конца, чтобы ты знал больше информации. И если ты хоть что-то для себя узнаешь новое в этом ролике, тогда обязательно поставь лайк. Только давай честно, без вранья. И естественно, если ты еще не подписан, то будь мужиком, быстрее подписывайся. Все крутые парни уже на меня подписались. И ждем только одного тебя. Ну а я тебе желаю приятного просмотра. CSGOExclusive.com — сайт, на котором ты сможешь поднять себе скинов. И еще бонус для вас. В разделе аккаунт вы сможете получить $5 абсолютно бесплатно, вписав промокод AlexShow. И с этих денег уже начинать подниматься. Ну а я вам желаю удачи. Последняя операция в CSGO вышла более полугода назад. И на самом деле это рекорд от компании Valve. Они уже очень долго не выпускают новую операцию. И нет, это не связано, потому что они там очень сильно заняты. Суть в другом. Над CSGO работают очень мало людей, и они просто не успевают. Но все-таки мои коллеги по YouTube и я смогли найти немного информации для вас. Итак, новая операция выйдет уже очень скоро, в грядущем обновлении. И это уже 100%. Так как будут добавлены новые карты, и уже даже известно какие. Но это немножко позже. Так как сейчас я вам хочу рассказать про ту операцию, которая не вышла, которую не релизнули компания Valve по непонятным нам причинам. Некоторые думают, что это был фейк. Другие же думают, что это был слив скрытых файлов из игры CSGO. Эта операция называется Enclave. И она должна была выйти в декабре 2016 года. Но этого почему-то не случилось. Эта операция была уже полностью сделана. В ней были скины, новые карты, новые медали, ну, достижения и так далее. Но с того времени прошел уже год, и эту операцию так и не добавили. Ну и в Твиттере человека, который сделал такую карту, например, как The Cash, и много других очень популярных карт, появился такой пост, на котором есть логотип Канты Санторини и надпись Sun. Что это может значить? А значит это только одно. То, что обновление от Valve будет уже очень скоро. И в этом обновлении будет карта Санторини. Правда, в его постах было еще упоминание про Саб-Зиро, но там было написано, что она готова на 60%, так что про нее точно сказать не могу. Ну а теперь давайте предположим. У Valve была готовая операция Enclave, которую они могли релизнуть. И как я сказал ранее, там даже были скины, которые сейчас вы можете видеть на своих экранах. А именно, АК-47 Бир, М4А1С Ево, ФАМАС Гико, АВП Грасп, Юсп Индирект, М4А4 Вудленд Триал, Дезерт Игл Хавк, МАГ-10 Страйк, UMP Энерджи, СГ-553 Нейрал, П-90 Трансфьюз, П-250 Буллет Форест и МП-9 Тайгер Мосс. То есть было 13 скинов, которые были в этом кейсе. На него даже был дизайн, очень оригинальный, кстати. Насчет того, какие были бы новые миссии в этой операции, информации, конечно же, нету, потому что ее не релизнули. Но вот жетон на эту операцию выглядел примерно так. И, конечно же, были и три монеты. Бронзовая, серебряная и золотая, на которой тоже был свой дизайн. Насчет карт, тут были карты Royal, Cold Water, Tulip, Tycoon, Институт, Хиджак. Но лично, как по моему мнению, эту операцию могут выпустить в 2017 году. То есть лично мое предположение, что какие-то из этих карт, которые я только что назвал, попадут в грядущее обновление. Естественно, с картой Санторини. Ну и Саб-Зиро тоже возможно. Ну а теперь я хочу услышать ваше мнение. Что вы думаете насчет данной операции? Фейковая эта операция или все-таки это ошибка Valve? Очень хочется узнать ваше мнение в комментариях. Но ты офигенный, тот человек, который досмотрел этот ролик до конца, так как именно ты поддерживаешь мой канал. И я искренне надеюсь, что ты поставил лайк под этот ролик. Ну и будь мужиком, быстрее подпишись на мой канал, так как я жду именно тебя. Ну а меня зовут Алекс, всем удачи и до скорых встреч!